Вечір, і знов я вітаю вас у нашій студії. Наш ефір продовжує програма «Південні лани». Сьогодні ми будемо спілкуватися з генеральним директором компанії «С Росток» Тахір Садридін у нас в студії. Доброго вечора, раді вас вітати. Перш ніж ми з вами розпочнемо розмову, я пропоную подивитися невеличкий відеоматеріал, який підготували наші кореспонденти спеціально для цього ефіру. Матеріал присвячений підприємству, яке ви очолюєте. А потім ми продовжимо бесіду. Будь ласка. Сільськогосподарське підприємство «С Росток», що розташоване у селі Іванівка Миколаївського району, спеціалізується на вирощуванні високоякісних овочів. Господарство має унікальний досвід у вирощуванні та зберіганні овочевої продукції. На підприємстві активно впроваджують інноваційні технології. Для успішного вирощування борщового набору у посушливих умовах широко використовують технології крапельного зрошення. Високоякісна овочева продукція підприємства «С Росток» постачається на внутрішній ринок, користується неабияким попитом і за межами України. Підприємство, окрім успішної діяльності у галузі овочівництва, активно бере участь у житті села, впроваджуючи соціально значимі проекти. Керівник підприємства Тахір Садридінов, фахівець своєї справи, підприємець і меценат, нині представляє інтереси громади в Миколаївській обласній раді. Тож, пане Тахір, скажіть, будь ласка, чи важко в нинішніх реаліях в Україні займатися такою справою? Чи важко займатися такою справою в регіоні, який називають зону ризикованого землеробства? Адже овочі вони потребують багато води. Як взагалі ви стали займатися, чому саме тут? Потому что юг Украины, он всегда был жарким. Жаркая погода – это для овощеводства, это очень хорошо. Плюс тут много-много лет назад, еще при Советском Союзе, были закладаны площади под полив. Поэтому мы еще, будучи, работая в совхозе, занимались овощеводством. Ну, так и все это перенялось. Поэтому юг Украины – это благоприятная климатическая зона для выращивания овощеводства, именно овощной культуры. Вот. Естественно, что есть вода и есть производство, потому что овощи без воды, я вам так скажу, не растет. Поэтому я скажу, что именно по погодным условиям это очень такие регулируемая среда, где можно получить неплохие результаты по овощам. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь уже этим делом? И вот, ну, в принципе, с чего вы начинали и к чему пришли сегодня? Сколько земли вы обрабатываете? На сегодняшний день в компании 1240 гектаров. Расположены мы уже в трех областях Украины. Херсонской, Одесской и Николаевских областях. Начинал я разнорабочим в совхозе 70 лет октября. И потом предприниматель. Ну, в дальнейшем так и возглавил товарищество обмежной ветповедальности Иванивское, ну и потом в 2007 году организовал окремо предприятие овощеводческого хозяйства «С Росток», ныне который является генеральным директором. И по сей день, вот можно сказать, с 91 года у меня стаж по сегодняшний день непрерывно в сельском хозяйстве. С того момента я и занимаюсь овощеводством. И все время вот вы говорили о том, что была база по поводу полива. Угу. В свое время-то очень много, вот все эти системы, они же были разворованы. Вы восстанавливали или вы сейчас что-то новое внедряете? Ну, конечно, конечно. Было очень тяжело. Мы пережили такую, знаете, страшную, можно сказать, не то что природную, а вот именно экономическую стихию, когда в 90-х годах все разваливалось, все обворовывалось,
экономика была в очень нехорошем состоянии. И людям было гораздо легче что-то своровать, что-то разобрать, какие-то трубы на металлолом разобрать, продать, то мы, конечно, нам дорого это обошлось, мы отстояли, хотя эти системы были не нашими собственными, а государственными, но наравне с облводстроем или холзом, как это можно правильно сказать, мы вместе отстояли именно полив Николаевского района. То есть мы принимали активное участие для того, чтобы не дать все-таки разобраться, разобрать всю эту систему, обворовать. Мы днем и ночью охраняли, пережили этот момент. И вот, слава Богу, в Николаевском районе на сегодняшний день я могу гордо сказать, что полив есть. И много денег не надо туда тратить для того, чтобы развивать те хозяйства, которые именно хотят заниматься овощеводством. Вода у нас есть. Скажите, а какой именно полив? Это капельное орошение или это какие-то вот такие громоздкие эти системы громадные? Чем вы пользуетесь? Вы понимаете, сегодня уже мы смотрим покультурно. Ну, к примеру, влагоемкие очень, те, которые употребляют много воды, те мы идем под капельный полив. То, что нужно создать, есть такие культуры, где нужно создать микроклимат, то мы идем по верхнему поливу. Используем... микроклимат создавать культурам. Ну да, вот, например, капуста, да, возьмем крестоцветный. Вроде бы капельный полив – это хорошо, но засуха – это же, понимаете, объем листьев. Оно просто горит. И вот для того, чтобы дать растению легко дышать, нужно делать верхний полив. Поэтому это надо именно взаимозаменять один полив со вторым, тогда получишь результат. Вот наш коллега Александр говорил о том, что вы выращиваете, ну, так называемый борщевой набор. А еще что? Ну, у нас в ассортименте в основном из борщевого набора 4 культуры. Это свекла, морковь, капуста и лук. Вот. А по нишевым культурам и перец, и сельдерей мы выращиваем, и цветную капусту. Ну, это так скажем, что для разнообразия. В целом, в масштабе мы занимаемся 4 культурами. Не развиваем картофель, так как юг Украины по себестоимости эта продукция растет очень и очень дорого. Поэтому более западные регионы для картошки более благоприятная погода. А смотрите, предприятие в Жовтневом районе есть, которое выращивает, они даже 2 урожая в год собирают картофеля. Тоже ездили. А чего, вот у них рентабельно, у вас нет? Нет, я не думаю. Или это... С чем связано? Нет. Я считаю, что ну, вот мы делали эксперименты, и, может быть, для нас эта культура как-то тяжело поддается. Но мы не видим особого результата для промышленного картофеля. Если эти объединения, которые на сегодняшний день выращивают семена и получают семенной материал 2 раза в год, то я еще их могу понять, потому что семенной материал – это совсем другая цена. Но если они его выращивают для именно потребления, ну, я не думаю. Результат максимально у нас был 30 тонн с гектара. Я считаю, что это не результат получения. Это мало? Естественно, валового продукта. Поэтому мы не видим. Именно эту продукцию мы не видим рентабельным. К примеру, я вам объясню. Себестоимость затрат картофеля на юге Украины будет как минимум 2 раза больше, чем в Винницкой области или там Хмельницкой области. Понимаете? Угу. Они не используют полив вообще. А у нас только полив будет приблизительно от 15 до 20 тонн в себестоимости забирать только система орошения. Представьте, как я могу создавать конкуренцию картофелю западный. И поэтому нам не нужно сегодня, понимаете, нам нужно максимально использовать природный ресурс нашей географии. То есть здесь, на юге Украины, цибуля хорошо растет, морковь хорошо растет, понимаете, подполив, они дают результаты. А картофель, он растет хорошо в западных регионах. Так почему бы не использовать? Мы ведем сегодня переговоры с хозяйствами, где мы бы хотели бы опять же, географически перейти на ту сторону, для того, чтобы в себестоимости картофель на рынок попадал гораздо дешевле. Скажите, вот на видео была, если я не ошибаюсь,
пекинская капуста, правильно? Так? Да, да. А как-то, мне кажется, культура, ну, в Николаевской области никогда не выращивали, а у вас вот получается, или, мне, или я ошибаюсь? Не только Николаевской области, а взагалі и Украине. То а есть, как вы решились выращивать такую культуру? Вы знаете, когда мы первый раз начали пекинскую капусту выращивать, я не дам соврать, где-то в 2007 году, в 2008 году, то эта культура, в первый раз мы даже 2 гектара только посеяли, и гектар не смогли продать, она была просто не востребована. Люди не Никто, понимали, наверное, не знали, что это. Люди не понимали, что это за культура и как его есть. На сегодняшний день, я вам скажу, мы занимаем более 40 гектаров, представляете, 2 гектара и 40 гектаров сегодня, то колоссальная нехватка этой продукции. Но да, уже люди наши уже научились готовить эту продукцию, то есть они его и в свежем виде, и в солении, и в... Ее даже солить можно? Естественно, это очень. И на сегодняшний день уже и на рынках, и на супермаркетах соленая эта капуста, и в свежем Неожиданно. Виде. Неожиданно. Да, единственный минус этой продукции, что она очень долго не хранится, и поэтому она практически всегда в дефиците. Вот. А на самом деле это очень интересная культура. Вот. В дальнейшем люди, вы видите, что сегодня каждый идет на здоровый образ жизни. Меньше кушает мясо, больше кушает овощ, и овощ разнообразный. И не только помидоры, огурцы, и цибуля, буряк, в том числе сейчас заходят и салатные группы. То есть люди много кушают салата, понимаете? И да, раньше вот у нас что было? Укроп, кинза, петрушка, все. Сегодня, посмотрите, и руккола, и все это здесь уже выращивают. Уже все уже тут. Уже тут, но Украина сама выращивает, тепличные хозяйства выращивают, это уже наше есть. И самое главное, уже культура питания немножко поменялась. И люди стали уже больше делать салаты, микс салаты, понимаете? И в том числе это заходит и сельдерей тот же. И сегодня у нас очень популярный это сельдерей, морковь и яблоко фреши. Опять яблоко наше, украинское, понимаете? Морковь наш, сельдерей наш. Уже, ну, раньше же не было. А вы выращиваете такого. Сельдерей? Обязательно, конечно. У нас употребление сельдерея тоже в 2005 году у нас было 1,5 гектара. Сегодня мы выращиваем около 50 гектаров сельдерея, и все время нехватка. Понимаете? Вот поэтому, ну, это у нас как бы такие для разнообразия мы его сажаем. Основное у нас массовое производство, где мы в промышленное производство ставим, именно 4 наименования большого набора. Хорошо. Вот вы говорите, что некоторая ваша продукция, в частности, вот эта пекинская капуста, плохо хранится. Но у вас же есть специализированное хранилище. Есть, конечно. Современное. Да, современное и газовое. В общем, у нас очень, можно сказать, одни из самых современных хранилищ. Но дело в том, что есть определенный промежуток времени, где то или иной товар должен храниться. У него есть срок, понимаете? Угу. Выше этого срока, увы, оно будет вянуть, портиться и тому подобное. Есть определенный момент. Если он хранится 6 месяцев, он должен храниться 6 месяцев. Срок годности его. То есть мы его не можем хранить год, два или три. То есть что такое хранилище? Это временное прибежище овощи до момента его реализации. Правильное хранение. Но это же не обозначает, что ты положил туда капусту, и он должен 2 года храниться. Это не есть правильно. Есть срок определенный каждого товара, который должен заходить в хранилище, храниться, и в определенный момент, определенный срок он должен реализоваться. Так делается экономика в хранилище. Вот если мы говорим об экономике, вы реализуете вот то, что выращиваете, да? А переработка, это же дополнительный доход может быть, или да. Вы занимаетесь переработкой продукции? В принципе, сегодня в Украине очень много говорят о том, чтобы перерабатывать продукцию, ставить какие-то, строить какие-то заводы вот на местах, чтобы мы изучали консервацию. Я думаю, что на сегодняшний день это не совсем актуально, понимаете. Очень большие инпуты вот именно вкладывать надо в этот завод.
И потом, мало вероятности, что эти соления по переработке, к примеру, я говорю, вот соления, да, не так уж и выгодны. Переработки именно в вещества сухие, к примеру, если иметь завод по сушке этой продукции, для компаний там, детского питания или там, для чипсов, тот же лук перерабатывать в сухие вещества, да, то, опять же, это очень затратная часть, он стоит миллионы долларов, где, соответственно, кредитование сельское хозяйство такое именно в этом направлении не имеет, и поэтому вкладывать нашей компании сегодня именно в такое производство, ну, честно скажу, что у нас как бы не особо, мы имеем желание это делать, но нет такой возможности сегодня выделить такие кошты. А если говорить о рынках сбыта, куда уходит ваша продукция? Я так понимаю, Николаевская область, детская, да? Там... Нет, мы реализуем свою продукцию не только по Украине, мы ее и отправляем и за границу, поэтому у нас все сети практически с нами имеют договор подряд. Мы выполняем обязательства, обеспечиваем практически все сети Украины своими овощами. Вот если говорить о поставках за рубеж, насколько сегодня, я не говорю конкретно про вашу продукцию, я в принципе про сельхозпродукцию, то есть вы имеете представление, вы знаете, о чем говорите. Насколько она конкурентна? И если мы говорим вот в контексте создания свободной зоны свободной торговли со странами ЕС, насколько украинская продукция конкурентоспособна? Есть ли какие-то преимущества или риски для украинских аграриев? Есть, конечно. Очень много рисков и очень много плюсов. Ну, давайте остановимся на некоторых. Во-первых, торговля с ЕС, если уберут они ограничения, да, квотирование и тому подобное, то мы понимаем, что и у Европы есть определенный стандарт, который мы должны придерживаться. Это получается то, что наш производитель, он будет более окультурен, он будет относиться к своим действиям уже более ответственно. Более ответственно, уже не получится у него безответственно относиться к своему делу. Почему? Потому что открывается рынок, а там конкуренция, и ты должен быть на высоте. Это плюс. Что минус? Есть кооперация в Европе, которая в большей части она будет защищать свои интересы, свои продукции. Европа открывается, она ведь Европа не голодная для того, чтобы открыть свои границы, и чтобы мы, украинцы, взяли и везли туда товар. Европа – это очень серьезная индустрия, и в плане овощеводства – они очень сильные, и они тоже захотят продать свои овощи, понимаете? То есть тут получается конкуренция. С одной стороны, это качество, с другой стороны, это услуга, которую мы должны оказывать. Вот в сфере качества мы еще можем побороться, в сфере услуг мы немножко как бы запаздываем. То есть товар не только сегодня нужно произвести, но его еще нужно правильно подать. Все это опять упирается во что? Это упирается в финансы. То есть, если в Европе это все делалось годами, то мы, понимаете, у нас не было столько лет развития и производства для того, чтобы мы вот так могли подавать товар, так как подают сегодня в Европу. У нас нет такой культуры. Сегодня, к примеру, даже если мы упакованную продукцию привезем в супермаркет, у нас не каждый человек купит упакованный товар. Почему? Есть недоверие к этой упаковке. А может быть, я куплю, принесу домой, а там не совсем качественная продукция. Да, понимаете, в Европе этого не наблюдается. Они смело берут упакованный товар. Да, это дороже. Но с одной стороны, что такое упаковка? Упакованный товар, который приходит, плюс-минус 50 грамм. Там обвес, обвеса нет. Здесь на прилавке выложили. Что выложили? Какую продукцию? Такая компания, как наша, к примеру, приходит в супермаркет, видит выложенную продукцию, которую привезли там в больших упаковках, и выложенную на прилавке. Оно не может найти свою продукцию, потому что привозил Иванов, Петров, Росток и тому подобное, перемешали, кинули. Где твоя продукция? Никто не узнает
продукции компании «Эс-Росток». Поэтому, там подход другой к этому вопросу. Да, там вот, к примеру, каждая фирма производит, оно отдает какой-то кооперации, какая-то кооперация берет его под твоим логотипом, она его упаковывает и отправляет. То есть человек знает, что купил, какая компания за это ответственность несет и как это работает. У нас сегодня, видите, как получается, вроде бы, ну, они вот именно вот эти границы перед нами открываются. Мы по-любому теперь придем к тому, чтобы наша продукция, она была упакованная, мы будем потихоньку работать в этом направлении. Это именно, опять же, получается, да, это плюс европейские рынки открывать, это нам большой плюс дает тому, что мы должны качественный продукт упаковать, и человек пришел, и если он покупает, он знает, покупает именно продукция этой компании, она вот такого качества, и сама компания будет очень сильно думать, кидать туда плохой товар или нет, потому что от этого зависит покупаемость населения. Вот мы должны параллельно развиваться. То есть в этом году мы планируем 2-3% упакованной продукции выпускать, потом 7-8% и так и расти. Также должно расти культура потребительская, потому что потребитель, который приходит, он тоже, соответственно, потихоньку начнет тебе доверять. Вот это одно из плюсовых качеств европейского подхода. А с другой стороны, опять же, во сколько станет эта продукция упакованная? На сегодняшний день я вижу, что упакованная продукция уже есть. Многие компании-перекупы, которые занимаются именно упаковкой в сфере услуг, подают это. Но сегодня приходишь на рынок и смотришь, или в магазин. К примеру, там скажу, 9 рублей стоит немытая морковь, ты ее можешь выбрать из ящика, и мытая стоит 16 рублей. Задается вопрос, разница 7 гривен. А теперь давайте возьмем, 7 гривен разница. Нет цены. Себестоимость продукции растет так в этом году там 3,30, да, грубо говоря. 7 рублей по ихним подсчетам, если 7 рублей разница, то 3,30, 3,50 плюс 7, то 10 рублей круглую упакованная продукция должна стоить. Я думаю, это неправильно. Упаковка имеет определенную цену. В гривне, в полторы, в две. Такая должна быть разница между упакованным товаром и неупакованным товаром. Поэтому все эти моменты нужно просчитывать. Опять же, это культура чья? Это культура наша. Мы привыкли таким образом работать, не считая. Вот все, что может проканать, у нас канает. Понимаете? А все, что не получается, потом мы от этого страдаем. На самом деле это что получается? Мы не умеем считать свои деньги. Вот скажи, какая сельхозпродукция сегодня пользуется наибольшим спросом в Европе? Лук. Лук? Да. Вот. В Европе не знаю, но вот я вам скажу так, что чищенный лук – это Европа, именно чищенный лук. Скорее всего, из-за того, что себестоимость чистки на Украине дешевле, чем наверное, из-за рабочего труда, скорее всего. И мы конкурентоспособны в чищенном луке. У нас, к сожалению, осталось не так много времени, всего 3 минуты, вопросов очень много у меня. Вот скажите, в начале этого года, или, может, исправите меня, в конце прошлого года, да, произошли изменения в налоговом кодексе. И там, в общем-то, достаточно серьезно коснулось это и аграрного сектора. Как вы считаете, это пойдет на пользу или все-таки это каким-то образом будет притормаживать развитие сельского хозяйства в Украине? Я думаю, что оно будет притормаживать. Почему? По одной простой причине. Вы понимаете, как европейцы ставят условия МВФ? Надо выполнить. Ты взял деньги, ты должен. Ты выполнять должен условия, которые ты взял. Одно из их условий – это облагать налогами. Правильно. Но из чего они берут? Они смотрят, берут о том, что в сельском хозяйстве есть определенные программы. Но они даже маломальски не понимают, что эти программы все время без финансирования. Вот и весь вопрос. Взяли программы, посмотрели, и так там хорошо. Плюс, если это будет, будет нормально. Но на самом деле у нас эти программы не работают. Вот возьмете... Вот, мою сферу, сферу овощеводства. К
Какая программа правительственная работает сегодня, чтобы мне было легче? А какая? Никакая. Это весь вопрос. И плюс еще сейчас забирают НДС. И мы будем платить его. С одной, с другой стороны, это хорошо. Потому что это налоги. Страна у нас находится в очень плачевном состоянии. И мы обязаны ее поддержать. Но насколько мы будем поддерживать за счет себя? Сколько мы протянем? Мы все вот эти предприятия насколько протянут? Год? Два? Ну, я слышала мнение о том, что, в общем-то, предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, ну, мы же цены растили, в общем-то, они способны выплачивать эти налоги. Я не думаю. Вы понимаете? Только я прошу прощения, очень коротко. Да. Я думаю так. Если по налогообложению Европы все это дело платится, значит, с другой стороны, у них есть підтримка. У нас этой підтримки нема. Вот и весь вопрос. Нам просто добавился, увеличился налог. И люди теперь, многие, будут думать, каким образом это избежать. Это правда. От этого скрывать не надо. Если сегодня обложили налогами, теперь эти предприятия, предприниматели будут думать, каким образом это обойти. Не хотілося б завершувати такою нотою, не скажімо, мажорно. Втім, на жаль, наш час вичерпано. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаві відповіді. Будемо сподіватися, що через певний час будемо впізнавати вашу продукцію на полицях супермаркетів. Спасибо. Я дякую. Спасибо. На все добре.